Сколько заключенных прошло через лагерь, пока вы были там? Примерно 25-30 тысяч. Все имена записаны, вы можете проверить. Где поймали? На пути в Швейцарию. Надо было через Италию. Откуда книга? Хозяева оставили ее, когда бежали, а я забрал. Кто такой баба? На фарсе это значит папа. Я не еврей! Я перс! Мы нашли перса. Почему вы решили, что он перс? Он так сказал. Это возможно, а если врет? Что значит баба? Это папа на моем языке. Столица Ирана? Тегеран. Как будет мама? Мама? Анта. Больше всего я ненавижу лжецов. Если лжешь, ты очень пожалеешь. После работы каждый день ты будешь учить меня фарси. Хлеб, радж, мясо, ганг. После войны я хочу уехать в Тегеран и открыть там немецкий ресторан. Фарси – сложный язык. Переведи эти 40 слов на фарси. Тут только 39 слов. Запиши еще одно. Какое? Как насчет правды? Этот заключенный вас обманывает. Я должен выдумать 40 слов на незнакомом языке. Придумать нетрудно, а вот запомнить невозможно. Хлеб, радж. 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 Сколько слов вы успели выучить? 1500. Уже можете говорить. Я написал стихотворение. Ломгат рунлерах анфап. Мне нравится, господин Гауптштурмфюрер. Зови меня Клаус. Я убью его. А если он сбежит? Никому не удавалось. Где он? Кто? Заключенный Реза Джон! Ты был готов умереть с кучей этих безымянных людей? Они все безымянные для таких, как ты. Но они ничуть не хуже тебя. Они хотя бы не убийцы. Ты считаешь меня убийцей? Нет. Ты просто вкусно кормишь убийц. Я устал. От чего? Устал бояться.